как Артём пришел в школу. Это тоже на работу ходим? Представляете, это очередь на авиазавод. Представляете? А еще чего такая очередь, Лёша? Температуру люди мерили, видимо. Золочане вышли, видите, что творится. Ого, какая очередь. Зачем тогда нужна была неделя самоизоляции? Вообще непонятно. Посмотрите, что творится. О, ужас какой-то. Смотрите, никакой дистанции даже нету. Тут очередь в метров, наверное, сколько? 100? Кучкуются, ужас. Блять, я-то не могу понять, блядь. Мне-то что, можно или нельзя работать, блядь? Я уже задолбался, блядь. То ли можно, то ли нельзя, то ли... Ты можешь на свой страх и риск? Можешь, конечно. Он как толпа людей. Сколько там человек? Тысячи людей вышли сейчас. Посмотрим, что будет завтра. Даже не завтра, а сколько там надо же. Инкубационный период же там какой-то. Сразу не заболеют, может быть, через несколько дней. Не знаю, что будет. Мы же включили местные новости. Включение. Вчера снимали, все 4 телеканала собрались. Будем слушать, что происходит. Мы знаем, что вы издали указ. Скажите, в чем он заключается? Привет. Привет, моя. Ой, ты моя хорошая. Мы встали. Представляете, Лана сегодня. Вместе с Тёмочкой. Девять тетя Ла. Такую лянь встали. Короче, говорит, 1000 с лишним контактных. Если кто-то заболеет, будем лечить. Как бы реанимация люди есть. Одна женщина в тяжелом состоянии после инсульта. В общем... Такая же масштабная работа ведется, и на этом фоне... И уже они пишут не дома, будьте дома, а лучше дома. И понятно? И сидели по домам, это все потом купилось. В общем, не дать этому распространяться дальше. Вот. И отсюда, соответственно, все эти ограничительные мероприятия, которые... Чувствую, сейчас весь авиазавод будет заражен. Регион, прикольно. Там ЖКХ у нас встанет, да, там и торговля в определенной степени должна работать. В общем, смотрю новости местные, завтрак наш. Артема сейчас на переменке поест, яичница с луком, колбасой, ветчина вернее, и вот огурцы, помидоры. Директор, у вас когда переменка-то? Не ешь тогда, я уберу. Меня не надо показывать. Наперелся. Леша, чё? Ты гонишься или чё? Тут Дэвид Копперфильд. Да не Дэвид, это театр теней. Мне кажется, это Дэвид Копперфильд. Мне кажется, это театр теней. А как, гординица-то что ли? Конечно, видно. Сейчас я тебе нос-то отпарю. О, бля! Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь не пророчил. Тёма, у тебя, Тёма, коронавирус? Чё ты чихаешь-то? Мне нравится чихать. Ты чё, монгольский сделал? Да, всё сделал. А грузинский? Да. А немецкий достишь фантастиш? Сделал. Ты чё, по-немецки вообще шпрехаешь? По-немецки? По-немецки. Мутен, мама, фатер, папа. Гутен Морген. Я уже другой знаю. Все, футер и мутер. Ну, ты меня этим не удивил. Скажи мне по-немецки, как будет. Я пришел сюда, и я хочу кушать. Мы это еще не проходили. Ну, это нас не волнует. Ну, не мутен, гутен, так. Мутен, гутен, так, матер, фатер. Мутер и... И по-немецки только читать научился, да? Что? А если я по-немецки тебе что-нибудь скажу, ты сможешь перевести? Айхочен истин. Сейчас проверим знания немецкого этого юноша. Так. Леша, жалюзи повесить. Си мак ауч фердер шехар. Чего? Ты какого конца взял? Макс думаус. Мышь?
ребята, я все сделал, представляете, вообще, я все сделал. Ты же ты ученик, он уже играть сидит. Нормально вообще? Шикарно. Короче, отпарила я шторы наконец-то, блин, устала, не могу, рука же затекла. Ой, надо сейчас жалюзи повесить. Ну, Лёша работать пошел, да? Рабочий график начался. Ой, какое солнце на улице, солнечная погода. Я хочу вам показать, как мы окна помыли, но я не буду позориться, потому что там все в разводах. И надо заново перемывать, это какой-то трэш. Трэш просто. Смотрите, какие разводы. Не знаю, видите вы, ребята, или нет такие разводы. Или нет, вообще в разводах. Вот здесь вот прозрачные окна, а вот здесь в разводах. Просто вчера было очень холодно, мы мерзли, мыли судорожно. Потолка так и нет у нас, видите? Дыры такие. Так да нафиг он не нужен, этот потолок на балконе был. Люди голосовали, чтобы ты его сделал. Да нафиг не нужен. Ванну сделали, дом купили вообще. Дом хочешь купить? Через ну, сколько а лет? Тебе? Это квартира, блядь, я уже не могу, блядь. Уже. Я тоже не могу. Ты не можешь, я не могу. Киса помогает, да? Киса. Ой, конечно, геморрой эти жалюзи протирать. Да, конечно, протерла, но тут с двух сторон надо. Блин, как же я забила на это дело. Всю грязь основную смыла, и ладно. У нас одна палочка отвалилась. Ну, вот которая крепление открывает давай, жалюзи. Здесь, вон. Леша сначала заклеил, сейчас уже забинтовал. Вообще покруче надо новое купить. Ну да. Но это будет работать. Но это русские люди, они не сдаются. Они до последнего используют. Как говорится. Не, ну что делать-то? Ну что делать? Ну да, конечно, сейчас. Я обрушу ведь сразу. Давай. Не знаю. Так классно, на улице сквозняк такой. Сразу все задувает толку, что вчера мыли, вообще бесполезно. Давай, сломай еще. Вообще, по-хорошему побелить бы здесь еще раз. Смотри, он, сними-ка паутину, он на углу там сидит. Давай. Ну давай сам. Смотри, он рядышком. Ты мне штаны сейчас снимешь, как в тот раз, бля. Давай на тряпку. Не буду. Не рассказывай людям подробности. А то будут потом тебе пасти. Будут пасти потом тебя. Потом будут пасти тебя, твою жопу. Вон, на балку надень и чик-чик сделай. Просто жалюсь, вешал, потому что она из села. Тихо, сильно не мазюнька, это будет. Ее держу, она стоит, жалюзи держит, и свое хозяйство держит. Это было смешно. Ничего смешного. Ну это просто прикол. Ничего себе прикол. Хорошо, снимай вон еще там, еще около пенопласта. Сверху. В углу. Влево, влево тяни. Ну куда ты сыпешь? Влево, влево. Вот, все. Все, молодец. Ну, козел. Что происходит вообще? Что с принтером-то? Что печатается-то? Алло. Остановите, остановите, Вити, надо выйти. Что происходит? Короче, трэш, трэш, началась головная боль. Головная боль, ребята, началась, представляете? Уроки, уроки. 17 повторений. С другой стороны печатай. Понятно, так тебе и надо. Ты вообще что лежишь, диван держишь? Вставай, давай, работай. Капец, Леша, молодец. Ты как так умудрился? Ты 17 штук, наверное, распечатал. Да я, блин, хотел страницу номер поставить. Напиши ей одноклассникам, скажи, кому надо. Есть 16 экземпляров. Да нет, тут, блядь, хоть бы хороших печатался. Да давай без Б только, а. Хоть бы хороших печатался, я бы всех не печатал. Ой, кошмар. Кошмар. Анфиса только одна вообще в астрале где-то. В общем, нервотрепка с этими уроками, короче, началась. Непонятно, что тут скидывать, да, куда чего. Издевается, кажется, это самое, ну, все как-то это непонятно. Скопом по Европам каким-то, не пойми, что сделали бы единое как-то все. Ну, вот это здесь, это тут, блин, я вообще запутался уже, если честно. Я не знаю, как дети, короче, но я уже точно запутался. Что, это задание такие детям сделали? Да ерунда какая-то полная. Все какое-то вообще нелогичное, короче. Откуда-то это вытекает отсюда, все же должно же последовательно быть. Да. Это уже задача тут решается. Тут у нас тема умножения десятичных дробей. Откуда он знает, как вот это перемножать? В том-то и дело. Коронавирус в голову залетел. Вообще какой-то кошмар. Сейчас. Мы даже этого не проходили. Как я это ну вот это, вот и показывает, как это делать. Ну как, а тема урока-то где? Как он изучить должен? Десятичных дробей, вот где она все идет, вот где. Вот первая, вторая, вот третья, четвертая, пятая и так далее. Почему разброс сделан тогда? Коронавирус в мозгах.
поделаешь. Короче, смысл такой, давай, ребята. Давай я. Такой смысл, ребята, что... Нет, ну я бы сделал... Ты чё ломаешь шкаф-то? Я бы сделал вот так вот обучение, да? Вот сейчас вот учителя на отправляли, там презентации, они лежат на разных ресурсах. Одни на части в лицее, да, лежат частично, другие в Гугле. Третий, короче, они отправляют по Вайберу. И еще здесь четвертый источник. Типа, ну, видимо, учителя не все имеют, может, на сайты могут скидывать. Может быть, это на первое время. Ну, давайте тогда по учебникам есть. Во-первых, учебники у всех детей. Не у всех принтера дома, как у нас, например. В том-то и дело. Будут распечатать, например. Давайте просто даем тему, да, например. Ну? Если есть телефон, родители скидывают в телефон презентацию, типа набор картинок какой-то, или там из Ютуба, короче, видос, короче. Ну, а это учителям неудобно, это учителям неудобно. Все, они сформировали, отправили, понимаешь? Посмотрели в телефоне, все, дети показали, все. А тут надо печатать, туда, БПР этот. Сюда сходи, в электронный журнал зайди. И пойти отправить, короче. Ну, это же капец же сложно, блин. Либо какой-то типа сервиса, короче. Ты задание здесь, это здесь. Сервис, ага. А тут ВПР, по Вайберу надо эти ответы назад отправить. Че, надо фотографировать эту каждый листочек отправлять. Да тупость какая-то полнейшая. Это еще какой-то бред. Пускай они тогда уж дело по математике задаются. Вот такая тема, пройти, все. Да. Как у нас в школах было. Ну, это уже не такое время. По музыке надо рисовать. Рисуешь, короче. И все тогда сделали, и все скинули учителям, потом, пускай проверяют. Родители пускай в школу приносят эти ВПР. Ну, не надо сейчас вот это по телефону отправлять. Бред, короче, какой-то. А как приносить родителям? Нельзя же встречаться ни с кем, понимаешь, запрещено. Ну, что, вышла на учительница, все пришли к 6 часам вечера, отдали все работы, да и все. Ну, ушли. Ну, ушли. Нет, почисти же уже проходили. Совсем, ну, а что, ну, будут родители там... Или ящик какой-нибудь скидывали бы. Или ящик какой-нибудь скидывали, ну это полный абзац, короче. Надо сначала взять, сводкать ее, вот потом ее взять и передать. Вот есть специальные сервисы для организации обучения, вот бесплатные они есть, пожалуйста, ставьте и все. Ну, не знаю, ко мне никто не обращался с таким вопросом. Хотя, может, посоветовать. Ну, я что посоветую? Вот видите, тут списки прямо, вон, видите. По ИЗО на этот номер сфотографировать, отправить. Физкультуру на это сфотографировать, отправить. Тут какой-то тест надо пройти. Дальше нужно по музыке. Вот, тоже на платформу Google надо зайти. Представляете, технология в электронном журнале задание идет. Дальше технология девочки вот сюда отправлять задание выполнено. География вот сюда на этот e-mail отправить нужно. История нужно зарегистрироваться вот здесь вообще нужно. Дальше немецкий нужно на сайт лицея вообще зайти. Отправить ответы на этот адрес учителю. Потом на этот адрес учителю. Учителям попроще, конечно, а детям? Не проще, нифига. А мы все умрем, что до нас? Короче, это ужас какой-то, ребята. Мы тут с Лешей думаем, может быть, какой-нибудь ящик возле школы повешали. Ну, видишь, вирусы передаются через бумагу, они поэтому боятся, видимо. Это каждому учителю надо скинуть домашнее задание готовое. Короче, это долбануться можно. Ребята, напишите, как у вас устроено все в городах. Интересно просто. А что я предложу-то долбануться? Ну, пускай гладят теперь вот эти бумажки. Ну, кошмар. Ребята, напишите, как у вас в городе, как устроено все. Может быть, у нас это так по-дебильному, или у всех так? А вот теперь я понимаю, почему говорят, что дьявол создал школу. Почему? Дьявол. Потому что, чтобы убить детей, тем, чтобы... И люди, их родителей. Сюда, на этот сайт. Скинуть потом каждому, да долбанись вообще. Я, в общем, тем временем, пока тут здесь взрыв мозга идет, загрузила видео, влог на канал, обжариваю говядину, если я обжарю... Лапши мало, ну ладно. Слушай, делаю лагман. Кинул в мультиварку картофель. Там у меня кубиками морковка. Вот. Перец сейчас порежу и будет лагманчик. Вкусно будет. Правда, лапши маловато, вот не знаю, что делать. Еще делать неохота. Блин, он спит, представляешь? Он вообще спит, представляешь? Это чуть не быстрее его убить дальше. Артём, вставай, ты что спишь-то, блин? Ты чё, блин? Хочу. Вставай! Да ты чё? Ты как будто сейчас от школы пришёл. Алло! Мы в час встали, ой! Какие мы в час? В 10 утра встали! Какие в 10? Всё, блин, какой сон час может быть? Раньше ляжешь спать, алло, блин, ученик! Ну смотри, сколько вещей! Лена, он вообще даже ничего не сделал! А я что сделаю, блин? Всё, я пошла! Ребята, смотрите, мы горим! За домами там что-то горится! Загорается, Лёша, блин! Хватит, надо мстить мне! Ну не трогай. Блин, ты видишь, какой копоть? Ты видишь? Ну, вижу. Кошмар. Здравствуйте, Артём, там в этот бассейн идёт? Нет. Он тоже удалённо плавает там. Видеокамера. На полу. Я плыву. Нет, а давай наберём воды просто. Пускай плывёт.
В комнате заткнем ему там дырки. Живой пускай плавает. Ставит, да живой это невозможно. Я говорю, в комнате заткнем ему. Как-то в каком-то фильме мы видели, помнишь? Воду налили в комнату, закрыли. А помнишь это в ТикТоке-то парень на лыжах скатывался? Ну, пускай тоже, Артем, так же ему сделал, как будто бассейн, балалайка, как будто сегодня ради прикола. Не, а вы знаете еще прикол я видела в ТикТоке? Путин спускается с гор и падает, там палки летят, видимо, люди такие злые, мечтают, что Путин завалился с гор. Это вообще просто... Ну, политикам не надо, мы же не политические. Ладно, не будем, мы не политический канал. А он хорошо как не учитель, когда он тебе просто задание скидывает, и все, ты ему назад. А там 10 учителей, это ужас какой-то. Это кошмар. Я говорю, сделали бы хотя бы раз в неделю, чтобы скидывали по всем итогам. Да нет, ну, просто не надо все это затягивать. Он что не сделал, ГП. Я говорю, пускай скидывают то, что сделал уже, да и все. Да ничего не сделал, скидывай. Да блин. Так, вот лагманчик мой готовый уже. В духовке стоит шарлотка с яблоками. В общем, я лапшу делала сама. Пришлось, ну быстренько, раз, два, три, тут что делать-то? Машинка мне намешала все, и я порезала ее, все закинула. Правда, она немножко мягковатая получилась, ну ладно. Так вкусно? Это очень вкусно, да? Я обожаю лагман. Ты любишь лагман? Такой наваристый. А? Твой лёгкий. Смотри, ты чё? Тебе кормить вообще перестал. Офигенный лагман. Лагманище. Вообще классно. Ну, смотрите, какая шарлотка получилась. Снизу тоже на дне яблоки. Я в шарлотку единственное, что добавляла ложку сметаны, чуть-чуть масла сливочного, прям чуть-чуть растопила. И прямо вот пол чайной ложки майонеза. Вот это все размешала, и получилось у меня в общей сложности большая столовая ложка, ну, сметаны, масла и майонеза. То есть это всего вместе. Так что вот, ну, остальное все как положено. Вот, ой, капец, что-то Анфиса блеванула, смотрите. Фу, вот, а что она такая с пеной какой-то? Может, ей плохо, она заболела? Штора, вот. Обновила штору, спасибо большое. Анфиса, что она блеванула? Что-то с пеной, Леша. Сегодня учителя провели первые уроки онлайн. А что мы, я? Занятия, с какими вопросами пришлось столкнуться? Что делать, если нет компьютера? И какую зарплату получат за этот месяц педагоги? Обо всем подробнее. Все а педагогу повезло? Оно не говорит. Он дает вот эту ошибку. Зайти очень тяжело. Не загружается страница, система не оценивает уроки. Поздно выкладывают домашние задания. Это только часть проблем, с которыми столкнулись ученики и их родители. Основная проблема заключается в отсутствии единой площадки общей. Да. Приходится с Учи.ру переключаться учи, на Яндекс и потом выходить в Zoom. Это не совсем удобно. Ну, дело. Просвещение России предлагает 15 платформ. В Бурятии комитет по образованию рекомендует не больше 4. Самые популярные – Российская электронная школа и Учи.ру. Это окно показывает, урок идет. Нажимаем. Система перезагружается. Из-за этого многие не могут одновременно зайти в программу. Поэтому некоторые пользуются дополнительными приложениями. Например, Zoom. Это видеоконференция для нескольких человек. Регистрироваться во всех приложениях ученики самостоятельно, даже с родителями, вовремя не смогли. Первый день показал неготовность не только детей, но и учителей. У некоторых просто нет компьютеров. Но в комитете по образованию обещают проблему решить. На все самые актуальные вопросы председатель комитета ответила в прямом эфире. Что, скидываться на компьютер, может, надо учителя? Каждый урок будет по 30 минут, и между ними будут перемены. Очень важно, чтобы мог ученик планировать время. И вовремя, после перерыва, заходить в сеть. Ну, например, прошел два урока или один урок, дали у детей перерыв. А задания будут отправляться детям через ваши телефоны. Ваш телефон должен... Короче, взрыв мозга. А если вот удаленно еще родители работают? Компьютер один, и что делать? Вот что делать? Холодильник открывает. Вообще бред какой-то. Можно чередовать формы. Кто-то выходит, все усложнили кто-то, нафиг, черты бабушки. Сказали бы, параграф такой-то в WhatsApp скинули бы, да, Viber. Задание... Занимаемся такая-то тема. Родители объяснили, все, и ребенок делает задания такие-то. Все, блин. Какую-то придумали ерунду. Ладно, родители, а если детей трое, например, и один компьютер, что делать? Неизвестно. Капец, а. Так вот у нас проходит первый учебный день.
В слезах, в истериках. Так вот в школе учимся мы. Вроде в школу-то не ходим, а уроки опять весь день делаем, блин. Видите, все слюня в соплях. Тетрадка. Че, сынок, сдолбали уже, да? Эти уроки опять. Ну ничего, сынок. Отправь все, ВК, я что буду там делать? Да не реви ты! Все хорошо. Спроси у нее. Она же сказала А и Б. Тут что там описано? Вот, А и Б сделай. Дай под буквой А и Б. Вот эти А и Б. А и Б. Вот эти А и Б. Ну? А и Б. А и Б. Все, А и Б. А и Б. А и Б. А и Б. Сидели на трубе. Все. Все нормально. Они элементарные эти примеры. Элементарные. Давай, иди вперед. Корона у тебя? Ну ладно, все, иди. Артём, смотри, я читаю технологию, что тебе надо сделать. Ты попал, табуретку будешь делать. Да девочки маски шьют, а мальчики табуретки делают. Серьезно? Для больных. Да, серьезно. Может, кровати? Так как не у всех есть дома швейные машинки, предлагаю шить многоразовую маску вручную, да, оценку. А мальчикам сделать табуретку для больных. Серьезно? Ну. Это прикол. Да что прикол-то, блядь? Серьезно, я не знаю, как он табуретку будет делать. Для больных, чтобы сидели они, что ли? Для самоизоляционных, может быть? То, что там на самоизоляции, табуретка. А музыка тут вообще с ума зашла. Нет, ты физкультуру прочитай, что задали. А? Физкультуру прочитай. Тест. Не, чтобы сделать упражнение, отжаться, что-то задали тесты бы. Тесты какие-то, я не знаю, что за тесты. Да я вот, чтобы не запутаться в этих, так сказать, зигзагах обучения. Я решил вот такую табличку сделать в гугле. Почему вы тут в школе до этого не догадались? Ну вот, смотрите, английский язык тут, здесь такой-то ресурс. На таком-то сайте, да. Потом, например... Ну, мы же это 10 раз уже сегодня сказали. История на таком-то сайте. Это технология здесь. Это результат сюда, это туда. Это сюда, на этот и... личный кабинет, это сюда. Вообще какой-то пилиберда. И это еще маленькая часть. Да нет, это, наверное, уже... Ну, просто они могут, эти данные, постоянно меняться, вот что меня смущает. И дальше вот эти... завтра опять что-нибудь поменяется, я не удивлюсь. Кошмар, ребят. Так что, Артема, сегодня табуретка, завтра натюрморт надо геометрический. Так что не знаю, как ты будешь выкручиваться. Будешь на ютубе смотреть уроки рисования, что, самообучаться. Ну что сделаешь? Как-то все когда-то чему-то обучаются расписание, сами. Расписание, вот сейчас назовем. Расписание. Нет, надо еще сразу на ящик, на где у тебя электронные. Я сейчас все поделюсь. Там сделать сразу папочку, короче. Там. Расписание и задание. Я уже все сделал уже. Ну еще создать, отправить куда еще. Расписание и задание. Все. Ну все. А чтобы он сам это делал, а не ты за него ручками вбивал. Пускай учится, этому обучится, как отправлять, то все. Некоторые уже это, наверное, умеют делать. Вот, расписание. Ты не одинок. Не удержался и хочу тоже спеть песню, которая посвящается всем пионерам и комсомольцам. Небо утреннего стяг, жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Все, спасибо за это. Очень много вопросов стало поступать. Почему именно про Ленина? Я хотел бы ответить на него так. Потому что я очень люблю Владимира
Владимир Николаевич. Как у него отчество? Владимира Ульяновича Ленина, на самом деле. Я его очень люблю и обожаю. А эта песня у меня самая любимая. Вообще за все времена. Вот эту песню почему-то помню. И эту песню, кстати, любит Лена тоже. Ненавижу эту песню. Нет. Я ее ненавижу. Эту песню. Я просто ее просто я стебу ее иногда. И Лена. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-таран-таран-тан-таран-таран.